Всем привет! Добро пожаловать на канал Llama Tips. Мы сегодня приехали на ферму альпак для того, чтобы посмотреть, потрогать и покормить миленьких маленьких альпак. Я постоянно их хочу назвать ламами, хотя я знаю, что это вроде как совершенно разные животные. Если вы знаете точно, напишите об этом в комментариях. Ну а у нас еще полчаса до начала экскурсии. Экскурсия будет длиться 1,5 часа. За это время мы сможем посмотреть, потрогать, покормить маленьких комаров вместе с альпаками. Вот, и экскурсия стоит 10 евро на взрослого человека и 7 евро на ребенка. В общем, гуляем в округе, ждем своего времени. Оставайтесь с нами. Всем привет! Мы приехали на ферму альпак. Нам провели инструктаж и небольшую лекцию на русском и литовском языках, где рассказали о том, чем отличаются альпаки от лам, когда в Литве появились эти чудесные пушистики и прочее. Пересказывать не буду, лучше вы сами приедете и услышите из первых уст. Сейчас мы слушали, как кормить эту лам, и я выбрала самый большой стаканчик. Ну, не самый большой, где больше всего морковки. Расскажи, как нужно кормить ламу. Альпаку. Надо вот так взять, ну, вот так вот высунуть, вот, посередине ладошки. А она не укусит? Нет. А почему? Она не умеет кусаться, и она не может кусаться. Да? Ну что, пойдем, встанем, будем ждать лам? Да. Я выберу эту такую беленькую, хочу беленькую. Я больше всего люблю какую-то беленькую. Ну пошли, пошли, пошли. Вот нам сказали, что стоять возле этого домика будет самый красивый вид, когда откроют вот эту сеточку, и все альпаки побегут к нам. Под самой крышей здесь множество ласточкиных гнездышек. Держи, только... Лиза, аккуратно, по очереди. На еще. Можно я буду носить, пожалуйста? Нет, 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 у тебя отберут. Давай я. Вот так вот. Пушистенькая такая, да? Хорошенькая. Ходит, ищет еду, реально. Конечно, ищет еду. Не просто так. Лиза, сзади не подходим. Они сзади легаются. Ну, ну, будешь, будешь? Покушала. Это не любительница морковок. Это их морковки выплевывают. Ну, привет. Морковки любишь? Любишь морковки. Ой, 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 это хороший. Меня немного подкусил. Меня подкусил. У меня больше нету. Нету, нет. Привет, Лам. Мама его покормим. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не, не хочет. Ну все, не будет для тебя больше еды. Я не хочу. Что, теперь добавили? Знаешь, как гладить?
Ой, ой, атакует, атакует. Аула, еще чекай. Аметь и мама? Понятно. Ну как тебе? Класс, мне очень нравится. Мы все скормили ламам. Приезжайте сюда, подписывайтесь на наш канал. И всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Все, ставьте лайк. Привет. Ой, дай мне что-нибудь. Она, кажется, хочет что-то. Ты такой... Ой.